подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу Легенда 2,5 на 3 под стекло. Пока приехали, разгружаемся и приступаем к сборке. Теплица у нас установлена, закрепили, установили переотливы снизу, зафиксировали стекла на стенах. Сейчас будем готовить крышу и крыть ее стеклом. Так, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5 на 3, стекло. Идем смотреть. Дверь алюминиевая с одного торца, другой торец глухой. Есть у нас система подвески, 4 нитки. Есть кронштейны для полки, диагональные усилители. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Сверху установлен форточный блок на приводах. Теплица покрыта стеклом 4 мм. Стекло держится с помощью профиля системы, база, крышка. Стоит на бетонном основании. Снизу пущен такой отлив красивый, фигурный. Вот такая отличная Легенда 2,5 на 3 у нас получилась. У меня тут это все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем.